Привет, Андрюш. Привет, Андрюш. Как твои делишки? Хорошо. А что у тебя в руках? Киндер. Киндер? Ты нам покажешь? Да. Ну-ка, привет, ребят. А, такой веселенький киндеров у тебя. Пим-пим-пим-пим. Ах, ребята, ребята. Мы с Андрюхой гуляли. Зашли в магазин китайский. И нашли в магазине польские киндеры, да, кто бы знал. Испания, китайский магазин, мама, польский киндер. Мама, ты слышишь? Что? Там будет паук. Там в киндере паук. Там в киндере паук? Нет, таракан. А там таракан? Надеюсь, что нет, Андрюш. Так что вот, нам стало интересненько. И мы прикупили три киндерочка. Ну что, Андрюш, откроем, посмотрим? Да. Давай. Чем пахнет, Андрюш? Шоколадом. Шоколадом, хорошо. Ну, шоколадом, шоколадом пахнет. Ну, что пахнет, да? О! Давай. Давайте посмотрим. Андрюш, открывай, открывай нам яйца. Андрюша сразу за шоколад. Ладно, ребята, пока Андрюшка лопает. Посмотрим. Ух ты! Какой прыгун нам попался. Прыгун-скакун. Вот он вкладыш. Это его поплёк. Вот. Пям-пям. Ой. Ну что, как польский шоколад, Андрюш? Вкусный? Да. Хорошо. Ну-ка, подожди, это прыгун такой, давай попробуем. Пим. Ух ты! Классно, да, прыгает? Смотри, Андрюш. Да. Подожди, дай я попробую. Держи. Так, ребят, посмотрим. Второй. Ой, кто это? Какая-то белочка или бурундук? А, это из мультика, да? В поисках Дори. В поисках Дори, да, Андрюш. Смотри, какой красивый вкладыш. И вот он нам попался. Честно говоря, я не знаю, как его зовут. Но вы, ребята, наверное, точно знаете. Да? Андрюш, ты тоже не знаешь, как зовут. Да? Героя этого. Знаешь? Ребята, я не знаю, куда выйти на канал. И мультиком. Пусть он поиграет. Ну и последнее яйцо. А, вон там что. Ой, таких у нас уже кучка целая, да, Андрюш? Вот какая корова нам попалась. Давай песенку споем ребятам на испанском. Лабака Лола, лабака Лола. Тени кавеса и тени кола, язы муууу. Да, ребят, вот такую песенку Андрюха поет. Ну и вот еще такой какой-то какун-прыгун с коровкой. Да, Андрюш? Ну вот и все, вот такие вот польские киндеры. Нет, это Блюз. А на пачечке написано было «Несподянка». Да? Ну, я надеюсь, я правильно прочитала. Вот так вот. Да, Андрюш? Ну что? Пока-пока. Пока-пока, ребята. Спасибо, что были с нами и открыли с нами польские киндеры. До новых встреч. Чао. Чао.